Алло. У меня для вас задание. Вам нужно отобрать игрушку у маленького ребенка и достать ее мне. Она очень важна для меня, потому что в ней хранится пульт управления. Если вы не заберете у нее игрушку, то я заберу у вас голову. Встречаемся в кафе. Ребята, поехали, нам надо в кафе. Пошли, ребята, быстро, у нас новое задание. Девочка была в самолете, который потерпел крушение. И сейчас она вместе с охранниками находится на пляже. Вам нужно добраться до нее и забрать ее игрушку. Если не справитесь, то смерть. Если справитесь, то такой мешочек денег. Там около 10 миллионов. Идите. Ваш срок 3 дня. Не справитесь, вы знаете, что с вами будет. Ребята, у нас есть очень важная миссия. Сюда смотреть. Я не играю, я смотрю новости. Что случилось? Видишь, что у меня есть в руках? Сейчас задача будет разозлить бармена. Станет на крыше снайпером и будет мне все докладывать. У девочки есть только два охранника. Тебе нужно будет... обезвредить одного охранника, а затем от паники, пока они будут растеряны, я обезврежу второго. Дальше мы просто забираем девочку и относим ее к себе под дом. И заводите ее вот сюда, вот в эту камеру. Всем понятно задание? Так что давайте мы сидим до утра и выезжаем. Предыстория. Два охранника охраняли эту девочку, так как у нее было проклятие, о котором бандиты пока что не знали. Если отобрать у нее игрушку, то игрушка пропадет. Такая вот странная магия. Но так как в игрушке находится секретное вещество, ее охраняют. Хорошо, что у полицейских была своя машина, они на ней отправились в дом. Охотники за головами выехали в ресторан, чтобы обезвредить бармена. Ой, блин. Так, выгружаемся, ребята, нам в этот. Я думаю, план вы все помните. Сейчас должны подменить. Я должен подменить бармена. Чайло, сильно, короче, не стреляем, шум не наводим. Тихо обезвреживаем. А ну, пошел. Кибер, займись им. Кибер, отведи его в туалет. Давай. Пошел. Потихоньку. Руки вверх. Давай. Одно движение и ты будешь накормлен свинцом. В то время Арти переодевается в бармена. Я, короче, девочки подсыплю снотворное. Так, Манки, на позицию. А снайпер хорошо притаился на одной из крыш домов и ждет сигнала по рации. Раник, проведи меня в бассейн. Я хочу в бассейн. Ну ладно, пошли. Проехали. Дяденька, может пойдем вон туда, вон там что-то вкусно пахнет. Пойдем в кафе. Ладно. Кафе. Хочу кушать. Все, ладно, пойдем в кафе. Что заказываете? Напитки, еда, мясо. А что тут есть? Что? Меню. Вот есть кока-кола, мясо. А давайте все, что есть. Бедные охранники. Хорошо.
Слушай, оплатить кто будет? Конечно же ты. Может, скидываемся? Давай, иди, охраняй на улице, а я здесь поохраняю. О, что наделала? Мне как вкусно. Так, это очень вкусно. Это Кока-Кола. Возьмите. Бондер! Что вы, возьмите. Еду возьмите у меня. Тем временем на улице охранник стоит, ничего не подозревая. Как вдруг тот снайпер... Пук. А второй охранник из-за громкой музыки ничего не услышал и дальше продолжает бездействовать. Чё-то мне поплохело. Так, и тут. А, чё произошло-то? Чик-чик. И вот эти охотники за головами принесли эту девочку к себе домой и заперли в тюрьму в подвале. Это я вызывал колдуна. Ребята, оказывается, у этой девочки проклятие, я вам еще не говорил. Ходите. Я знаю, как вас всех зовут. Я сниму это проклятие. Как вас зовут? Проходите. Я знал, что вы так ответите. Игрушка просто пропала. А у девочки ее нет. И если она захочет, то она у нее заново появится в руках. Абракадабра, игрушка и шизамбра. Так, не сработало. А сработало? Нет. Опа! Это все обман. Я был полицейским. Нет, нет. Иди нет, сюда! Убегаем. Идите сюда, я вас всех поймаю. Даже не пытайтесь от меня убежать. Мы, по-моему, обратно пошли. I always come back. Садись в машину, поехали бы сейчас за мной. Я сказал за мной. Ой, вертолет. Понял. А я? Ты пешком поедешь. Это участок. Я все дышу, не бойся. Спускайся. Так, не двигайтесь, никто не двигайтесь. Нет, не умирай. Давай, живи, живи, подожди еще чуть-чуть. Сейчас я тебя отнесу в ветку. Живи. Мы еще до вас доберемся. И уничтожим. И доберем. У нас еще осталось 2 дня. Мы еще что-нибудь успеем сделать. В моих руках он точно не умрет.